Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Видео записывала спонтанно, потому что был прекрасный день, теплый. И я вам сняла одну часть нашего ботанического сада городского. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто живет в Германии, особенно тех, кто живет в Северной Рейн-Вестфалии или недалеко от города Мюльхайм, приехать и посетить наш Мюгапарк. Это прекрасное место сейчас для отдыха. Оно всегда прекрасное место. Но вот сейчас, пока у нас вирус, ситуация такая, что все закрыто, рестораны, кафешки, все позакрывалось, вы можете прийти сюда просто подышать свежим воздухом, подышать запахом опавших листьев, без маски, в спокойной обстановке полюбоваться на природу, принять, я не знаю, солнечные ванны. Ну, те, кто не может приехать, просто полюбуйтесь на эту природу. Мало того, он так расположен, что вы можете приехать, например, из Эссена или из Дуйсбурга на велосипеде спокойно. Тут как раз вот эта новая велосипедная дорога примыкает прямо к дверям парка. И тут есть приспособления все, так что это очень удобно именно как велосипедную прогулку использовать, поездку сюда в парк. Очень много на голых деревьях осталось еще яблок здесь. Вы увидите новые растения какие-то, розы еще цветут, еще какие-то кусты цветут. В общем, очень приятная, спокойная обстановка, где можно уединиться, потому что в парке есть такие уголки, где можете вы спокойно в такой непринужденной обстановке, где вам никто не будет мешать, поговорить с подругой, с мужем, там, с кем вы встречаетесь. Если у вас есть дети, тоже можете спокойно взять с собой. Здесь есть большая детская площадка с песком. Здесь есть лужайки везде, в общем, есть где побегать и поиграть, и всякие такие дорожки в среде сада, так что все получат удовольствие. Здесь есть фонтаны, вот это, кстати, прекрасная красивая аллея, и вот по бокам это не тополя, как вы можете подумать, а это такой сорт дубов. Очень много прудиков таких, через которые можно пройти по камням. Это обычно детям очень нравится. Там плавают рыбки. Кафе, конечно, рестораны, замок, театр. Я думаю, это все вещи, которые расположены на территории парка. Это все закрыто сейчас. Но на территорию замка, по-моему, зайти можно. Там не запрещено. Но ресторан не работает. И вот на заднем фоне вы видите, это камера обскура, такое кирпичное здание, большая водонапорная башня. А сейчас, конечно, тоже все закрыто и не работает. Ну, везде есть лавочки, везде есть приятные точки обзора, фонтаны, речка, примыкающая к этому парку, так что вы получите массу удовольствия. Башня на заднем плане. Так что заезжайте, не пожалеете. Проведете прекрасные несколько часов на свежем воздухе. Центр города отсюда тоже недалеко, так что можете пройтись и по Мюльхайм погулять в старом городе. Вот оно кафе, но оно, к сожалению, закрыто. Летом все сидели в нем. Оно открылось, и люди на улице пили кофе, ели мороженое, но вот закрыто. Опять все, надеюсь, ненадолго. Хотя у нас количество, конечно, заболевших повышается. Вот она, камера обскура, но туда вы сейчас не попадете. А эта аллея, она вся заплетена глицинией, и весной она вся фиолетового цвета. А вот и белочка. А здесь очень много нападало желудей, так они вот бегают, собирают эти желуди, закапывают, потом забывают, где закопали, и эти желуди все прорастают. В
вот как раз с этой стороны проходит велосипедная дорожка, и вы вот здесь прямо можете заехать в парк с велосипедной дорожки прям сразу. Также и здесь подзарядка для электровелосипеда. А это аномалия 2020 года. Это на одном кусте, на котором уже не должно вообще ничего быть. Одновременно цветут цветы и есть крупные плоды ежевики. Вот такие вот у нас аномалии. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока!